Здравствуйте, уважаемые зрители! Очень рада всех вас видеть на своем канале. Сегодня вместе с вами сходим в магазин низких цен «Светофор». Давайте посмотрим, какие новинки появились в этом магазине. Город Курск, улица Димитрова. Всем приятного просмотра! На входе здесь прямо вся мебель, которая есть сейчас в магазине. Кстати, здесь даже есть столы. Стол, который был раскладной, его уже у нас давно нигде не было. По 1690 из ЛДСП он сделан. Так, 750 на 756 на 560 – это будет его размер. Производитель Россия. Также мебель для ванной, которая тумба, шкаф, зеркало 6086. Вот так вот выглядит. Картинка есть, чтобы напомнить вам. Пластиковый стульчик. Кресло по 576 рублей. Банкетка 1877, которая... Внутри место для хранения. И даже есть тумба-стеллаж. Вот такая вот. 1490. С 1150 на 580 у нее будет размер. Тоже ЛДСП. В белом цвете. Хорошо так смотрится. Так, что тут у нас еще? Стул 982. Который, не вижу, что-то стул. Только табурет тут. Стул 1721. Обеденная на металлокаркасе. И дачная, конечно, мебель тоже сейчас здесь есть. Давно мы с вами не смотрели, что для стирки, какие порошки тут в продаже. Лотос есть в продаже по 209 рублей 6 килограммов. Далее Тори 246, также 6 килограммов. И есть Бирюса. Бирюса здесь 9 килограмм, 377 рублей. И это еще не все. Также детский порошок есть, 0+, который... Почти 4 килограмма, стоит 162 рубля. И есть еще вот такой детский, который пушистое облако называется, тоже без красителей, и также 0+, указано. 211 рублей. Смотрите, что тут нашла. Сковорода. Очень давно мы с вами такие не видели. Это летая сковорода, 26 сантиметров в диаметре. У меня сейчас дома такая. Пользуюсь с удовольствием вообще. Все нравится. Она, правда, продается без крышки, с антипригарным покрытием. Универсальная, из литого алюминия она. Давайте посмотрим на цену. 844 рубля. Так что здесь, если что, они есть. Это Россия производитель. А что вот это у нас такое? А, это у нас лак для волос. Объем. От корней до кончиков, сильная фиксация, четверочка, 109 рублей. Из посуды также привезли наборы стаканов, 6 штук, 261 рубль. Россия производитель, гусь хрустальный, стаканы низкие, стеклянные, прозрачные, с разными рисунками есть. Также бульонницы по 75 рублей на 400 мл, без декора, такие вот они прозрачные. Также производитель, это Россия, гусь хрустальный. Без крышки, с двумя ручками. Кстати, удобные такие, порционные, небольшие. Друзья мои, я получила свой новый заказ из интернет-магазина «Любимый Василек». Конечно, хочу поделиться своим заказом с вами, покажу, что выбрала в этот раз я. И, как всегда, все ссылки вы найдете в описании под этим видео. Ссылочку на сам интернет-магазин «Любимый Василек», а также на их социальные сети я оставлю внизу. Поэтому переходите, посмотрите на этот огромный ассортимент, посмотрите на эти цены, которые действительно у них по карману каждому будут. И я думаю, что вы не удержите, что-нибудь закажете, ну а качеством будете довольны, потому что это настоящее ивановское качество, настоящий ивановский текстиль. Очень рекомендую посетить этот магазин, ну и, конечно, делайте свои заказы. А я сейчас вам покажу, что выбрала в этот раз я. Пока были размеры, точнее, пока и сейчас они есть, на детскую одежду я не удержалась, заказала кое-что на лето. И, кстати, поторопитесь, потому что действительно разбирают размеры очень быстро. В этот раз заказала вот такие вот две маечки, они такие как борцовки. Хлопок, 100% хлопок, они разные по цвету заказала. Вот одну классическую такую белую, а вторую вот такого вот зеленого цвета. Также футболки, просто, конечно, не пройти мимо еще, потому что цена
цена реально радует. Вы только посмотрите, сколько они там стоят. Я думаю, что тоже не удержитесь. И, кстати, на девочек и на мальчиков тоже выбор просто огромный. Заказала еще вот такие вот шортики. Тоже такой плотненький, хороший хлопок. Симпатичные, размерчики пока есть. Почему бы не взять? Так, и вот здесь вот еще вот одна футболка. Плюс заказала еще штанишки в этот раз. Тоже размерчики разбираются, поэтому я поспешила заказать. Хорошие штаны. Здесь получается, видите, как манжетики, они не сползают никуда. Штаны на резинке. И плюс есть карманы. Карманы полноценные. Как я вам уже говорила не раз и скажу еще, футболки не садятся. Единственное, что только просто со временем хочется обновить, хочется чего-то нового. И, естественно, еще детки растут, поэтому приходится обновляться. А так, качеством я очень довольна. Вот прям все устраивает. Поэтому переходите, посмотрите и вы что-нибудь своим деткам. Ну и о себе, конечно, забывать не стоит. В этот раз выбрала много футболок женских. Что-то себе оставлю, что-то подарю своим близким людям. И, как обычно, они разные. И по размеру, и по расцветке, но могу сказать, что это все 100% хлопок, цены тоже приятные, поэтому заказала с удовольствием, буду и сама носить, и близких тоже порадую. Красивые такие вот они все принты, хотя, знаете, есть абсолютно разные, и однотонные, и более цветные. В общем, переходите, я думаю, что вы на свой вкус точно что-нибудь берете. Сейчас покажу, какие еще футболочки выбрала в этот раз я. И еще вот такие вот три модельки. Захотелось мне чего-то и поярче. Тут вот и с пайетками есть такая красивая белая. И вот такое вот сердечко еще. Ну, в общем, понравились эти модельки. Я решила заказать. Сначала думала, какую выбрать, эту или ту. Потом думаю, да, закажу по этим ценам все, которые понравились. И порадую себя, и своих дорогих людей. И также хочу отметить, опять же, что это все хлопок. Очень приятный к телу. Поэтому могу рекомендовать вам на все 100%. В подарок выбрала вот такие вот бриджи. Они, знаете, такого свободного кроя, как раз вот на лето, на жару. Приятные. И здесь хлопок, конечно, еще и завязывается вот тут вот на бантик. Ну, в общем, такая интересная модель. Главное, что свободненькая. Есть карманы и широкая резинка. И еще понравились вот такие вот, можно сказать, полуспортивные брючки черного цвета. И видите, тоже здесь есть на каждой штанинке такие вот полоски. Мне понравилось, как они стройнят ногу. И вот интересные манжеты, такие вот полуманжеты с надписью Love. И еще дублируется эта надпись на поясе. Это резинка на поясе. И хорошо тянется, карманы есть полноценные, большие. Тоже смотрится, знаете, очень интересно. Это у нас 72% хлопок. Вообще тоже замечательно смотрится, хорошо сидят. Вообще у них идеальная посадка. И не маломерят, что немаловажно, вещи, поэтому берите свой размер. Еще раз хочу вам напомнить, что ссылочка на любимый василек будет внизу в описании под видео. Переходите, ознакомьтесь с этим огромным ассортиментом и, конечно же, порадуйте себя, порадуйте своих близких, заказывайте. Мука пшеничная, 160 рублей, 5 килограмм целых. Высший сорт для любой выпечки. Термосалфетки по 60 рублей, они двусторонние, такие достаточно тонкие. Одна сторона более яркая, другая более цветная. Ну, вот в плане такого. Здесь цветы у нас, а здесь, видите, так вот на белом фоне лимончики. Это Китай. 60 на 100 будет размер. Еще привезли силиконовую смазку. Такая вот она огромная. Здесь 1000 мл на 50% больше. Защищает и смазывает механизмы замков, восстанавливает эластичность резиновых деталей и уплотнителей и устраняет скрипы дверных петель и других элементов салона и кузова автомобиля. А рядышком стоит также для автомобиля, но здесь уже у нас очиститель салона пенный. Растворяет загрязнения, подходит для очистки сидений. В общем, смотрите, тут вообще все-все-все очищает, как указано. 145 рублей 650 миллилитров. Бокс 19 литров по 187 рублей.
Россия-производитель. Первый раз встречаю, чтобы бокс был вот с такой вот коричневой крышкой. Обычно они у нас все серые. Привезли, видимо, новая поставка. Вижу, что их сейчас много. Тоже смотрится достаточно неплохо. Я вам уже рассказывала, что боксы у них хорошего качества. Крышки-створки удобно вот так вот. То есть не нужно полностью снимать крышку, потом ее там как-то одевать, фиксировать. Вот здесь вот видите как. И есть они еще в большом варианте. Так, а где они в большом-то? Тут вот один он стоит, остаточек, наверное. Но здесь в магазине, наверное, нету. Но вообще есть. Как увижу, покажу обязательно. Газ для туристических газовых плит по 79 рублей. Вот он есть сейчас в продаже. И рядышком по 80 рублей. Это у нас целый набор стяжек нейлоновых. Здесь целых их сколько? Наверное, 50 или 100 штук даже. Такие они длинные все. Так, что у нас тут еще интересного? Уже выставляют летние такие товары, например, как бассейн по 499 рублей. Бассейн надувной на 282 литра у нас тут указано, да? Да. Ну, такой детский считается, наверное, он все-таки. Хотя 282 литра это 152 на 30. А тут какой размер? Ну да, это именно о нем. Так, тут у нас разные штучки для деток, годовой курс занятий. Такое хорошее очень пособие. И белые листы внутри, они и бюджетненько стоят. 163 рубля. Скоро начнутся сезоны комаров, мошек. По 142 рубля свеча уличная антимоскитная. Без крышки, сразу цена за 2. Для деток есть мяч волейбольный, футбольный по 204 рубля. Хорошего качества. Мы такой покупали дома, правда, его сами накачивали, но вообще все шикарно. Плотненький такой он. И появились еще песочные наборы. Очень бюджетная цена. Обратите внимание, 77 рублей. Посмотрите, сколько здесь фигурок. 15 штук их всего. Тут 3 формочки. И цифры есть разные. Также инструменты, смотрю, тут. И грабли. Совок должен быть. Вот совочек красный. В общем, и производитель — это Россия. Пластик, который не выделяет неприятные какие-то ароматы. Что тут еще мы интересного с вами найдем? Комплекты постельного белья есть, но это полиэстер, поэтому я не знаю. Смотрите сами. Синтетика, конечно. Двуспальные, полутораспальные. Вот цены перед вами. Производитель — Россия, город Иваново. Пледы тут есть по 845 рублей. И серые, и розовые. 180 на 200 у них размер. Хорошие пледики. Их быстренько у нас расхватывают. Здесь вот еще пока задержались. Полотенце махровое. 297 рублей. Большое. 70 на 130. Розовый такой яркий цвет. И есть еще бежевый. Это производитель — Узбекистан. Продажа лук севок по 149 рублей. Ну, можно сказать, 150 за 1 килограмм. Начал он уже тут прорастать. Пора его, конечно, сажать, и тем более позволяет погода на улице. Давайте по продуктам пройдемся. Тут облепиха дробленая с сахаром. 500 граммов стоит 105 рублей. Производитель — это Россия. Рядышком стоит персик в легком таком сиропе. Красивые персики в прозрачной банке. Также это торговая марка «Кубаночка». 750 граммов, 166 рублей. Смотрите, что привезли. Груша сезонная, твердая. Цена за килограмм 149 рублей. Это Россия. Еще есть в продаже мандарины по 69 рублей за килограмм. Такие они крупные. Марокко. Яйцо куриное пищевое 198 рублей. Россия. 30 штук. Фасовка сразу вот такая вот. Давайте зайдем, посмотрим, что тут у нас интересного нового в холодильнике. Грибочки вижу. Это вешенки. Такие красивые все. Свеженькие. А цена есть тут на них хоть? 113 рублей, 300 граммов фасовка. Какой красивый перчик красный, крупный такой. 292 рубля, это Иран. Ну, наверное, самый бюджетный ценник, дешевле, чем в Чижике. Крупнющий такой. По 3 штучки их расфасовали. Где-то на 180, на 190 выходит пакетик.
И еще привезли ананасы, тоже красивые какие. На 200, на 150 рублей выходит вот ананас. Давайте посмотрим. 132 рубля. Коста-Рика. Это самый бюджетный ценник, который мы с вами видели на ананасы. И смотрите, они прям хорошие, не вялые такие. Поменьше, побольше. Все, что хотите. Стейк свиной. 324 за килограмм. Заморозка, смотрю, глубокая. Красивая какая рыбка здесь лежит, красуется. Это мойва холодного копчения по 280 рублей. Еще крупные шампиньоны, тоже расфасованы. Они по 189, ну по 190 за килограмм. 160 выходит пакет, 130 разные. Смотрите, что увидела. 4 сезона привезли нам мексиканскую смесь и гавайскую. Их точно не было. Здесь фасовка по 400 граммов, по 72 рубля. Вот овощная смесь, 4 сезона. Хорошая смесь, такая в чижике продается. Я часто там такую беру, но дороже там. Вкусные конфетки вот эти вот. Называются они как? Версаль. По 500 граммов, 129 рублей. Печенье бисквитное привезли в глазури. Это здесь со вкусом черной смородины. Целый кило 200, 347 рублей. Рядышком какие-то мармеладки. Со вкусом манго и маракуйи, 350 граммов. Так, вроде 100, стоит 131 рубль. Еле увидела там вот с краешку. Тут у нас какая-то сахарная вата приехала. Гренки. Гренки с чесноком. 300 граммов. Деревенские, 43 рубля. Россия. И вот тут еще один вариант гренок. Тоже чеснок. Только с чесноком. Это, по-моему, что-то другое. С холодцом и хреном. Ну, увидела пока два вкуса. А, вот еще есть буженина с аджикой. 120 граммов. По 17 рублей 80 копеек. Россия. Кешью. 339 рублей полкило. Грецкий орех по 308. И еще есть манго сушеное. Также 500 граммов. Вот оно какое. Продукция Вьетнама. 100% натуральная. Вот тут еще какое-то ассорти привезли. Такое симпатичное. Что сюда вообще входит? Витаминка называется. Фруктово-ореховая смесь. Полкило. Арахис. Ну, все, естественно, сушеное, жареное. Сахар. Лимонная кислота. Красители какие-то есть. Добавочки. Стоит 140 рублей. И еще одна смесь. Тоже такие полезности здесь. Здесь тоже 500 граммов. 325 рублей. Хочу посмотреть, что тут у нас. Грецкий орех очищенный, миндаль сырой, кешью, арахис, бразильский орех, изюм, фундук, арахис. Ну, в разной глазури. Кокосовый, карамель, тут чего-то такое. Ну, вот так вот. Такая полезненькая она. Главное, смотрите, чтобы было свежее все. Ну, а на сегодня свой обзор я буду заканчивать. Обязательно будет продолжение, поэтому, если вам интересно, подписывайтесь на канал. Ну и прощаюсь с вами, до новых встреч. Всем пока!